Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами я, Гремлин Серж, и у нас здесь Dead Space 14 серия. Игра достаточно большая получилась. Хотя много-много времени мы тратим попусту. А еще по поводу прошлосерийного тира. Есть у меня одна идейка. Так. Но, наверное, мы ее протестируем уже. Потом, когда глава закончится, когда нам нужно будет уезжать, я хочу сходить туда с огнеметом. Суки. Запуск блокировки. Здоровяк, вижу тебя. Аптечка тоже вижу. Взял, все. Одна гадина ушла. Сука! 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 Ладно. Где моя аптечка, матери и божья? Еще пару тварей должно быть. Я ушел с той линии, потому что как бы... Так, как я понимаю, одна тварь полетела. Это пищала тварь.
Чё, что такие тихие? Я, наверное, очень счастлив. Вроде ничего не пропустил. Конечности. А, секрет на приоритет черный от начальника штаба земной обороны. Кому? Командору Ф. Кадигану. Операция «Белый свет». Театр действий. Система «Эгида». Планета «Пендинг». Задача «Глубокая зачистка». Корабль Цейугу Ишимура, короче, нарушил прямой приказ земного правительства. Есть основания предполагать, что они обнаружили обелиск 3A. Отдел особых операций подтвердил нахождение обелиска в данной системе, но не назвал координаты его точного расположения на планете. Если обелиск найден, существует огромный риск распространения смертельной инфекции. Немедленно отправляйтесь в систему Эгиды и займите орбиту вне радиуса обнаружения вашего корабля гражданскими сканерами. Ожидайте сигнала Ишимуры, чтобы определить его место расположения. Точно, я же теперь просветлил свою память. Прошлую сессию свою игровую, когда потом на месяц ушел в отпуск отдыхать от записи, я ж закончил на том, что мы вызывали помощь, прилетел корабль, который на самом деле решил нас нахрен уничтожить, но потерпел неудачу и воткнулся в корпус Ишимуры, и вот мы сейчас на нем, поэтому все и трясется, и поэтому все так плохо. И поэтому тут солдаты.
как я понимаю, нам немного осталось в этой главе, как минимум, пространства, территорий. А я что, попродавал к чертовой матери свои пушки, да? Да, ребят. Я же все к чертовой матери попродавал. Теперь я хочу пробежаться немножечко назад и ведь вблизи у нас нет, да, станка, станок был только вон там. Ладненько, без проблем, я хочу пробежаться до станка, так что увидимся через паузу. Ну что, прокачался я немножечко. И навстречу приключениям. А меня просто сразу разрывает. И что я сейчас сделал? Ну ладно, надеюсь, я себе не испортил жизнь. Слишком много аптечек. То их не было, не было, не было. Как же меня уже тошнит от этого корабля. Как все трясется. Поскорее бы уже свалить отсюда, пожалуйста. Yeah.
Так, дайте догадаюсь, сейчас будет либо босс, либо какая-нибудь заруба мерзкая. Слышь, где мой силовой узел, мразь? Как я понимаю, за этой шнягой... Да, меня не ранит. Сука! Тогда предлагает делать. Главное, вот этот столб ни хрена не защищает. Ладно, я это в принципе и хотел сделать. Thank you.
Я без понятия, что от меня хотели. Вот реально без понятия. Но я как-то прошел и возвращаться я не хочу. Но вот эта штука не хотела двигаться. Просто напросто не хотела двигаться и все. А я хотя бы сюда, сюда. Его убивать не будет. Ох уж эти собаки в подъездах. Ладно. Ну, правда, от этой главы очень сильно голова болит. Я вот сейчас записываю вторую серию подряд. Я понимаю, что меня прямо аж чуть подташнивает от всего вот этого дребезжания постоянно. Мало того, что в этой главе опять FPS почему-то просел именно здесь. И куда я вот? Что вы от меня хотите? Сюда вы хотите. Мне его разнести? Или что?
штука. Так, ладно, я все понял. Я когда к нему вот подхожу, то есть я даже моментально умираю, независимо от здоровья. Но зато я наконец-то допер, что от меня хотят. Куда ты пошел? Да сука! Чё за говно? Ты не хочешь тащить такой? Гори нахер, просто нахер гори.
Я уже собирался матом ругаться. Упала. Черт, ты его достал! Это то, что нужно! Тащи его на пассажирскую палубу!
твою мать, блядь! Убейте меня! Просто убей! Я бы с удовольствием, если бы хоть что-то видел. Внимание! Критическая поломка в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Внимание! Критическая поломка в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Критическая поломка в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Внимание!
Критическая поломка в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Внимание! Критическая поломка в топливном отсеке. Немедленно покиньте корабль. Как прыгать, я забыл. Control. До свидания, утырок. Зона гравитации. Зона нормального давления. Господи, ничего не трясется, ничего не взрывается, ничего не гудит. Смотришь так карту. Теперь я могу посмотреть карту? Ну, карта, как обычно, говно получается, потому что... А, вот она, все. Четыре тысячи. Замечательно. И я делаю так, делаю так. И делаю так.
Так, что надо прокачать? Давайте, плазменный резак. Щелкаю сюда. Или ладно, это уже все абсолютно незначительно. Импульсная винтовка. Если я сейчас все три узла потрачу, я ее заапгрейджу тоже до основания. И потом мне останется только раз, два, три, чтобы полностью все сделать. То есть всего шесть побрякушек. Здесь, в плазменном резаке, я раз, два, три, четыре. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Восемь, чтобы полностью прокачать плазменный резак. И лазерная винтовка, то, чем я меньше всего занимался. И тут много чего можно прокачивать. Ладно, давайте мои основные оружия докачаем. Хотя бы основной пункт. Вот это сделаем. Вот это сделаем. И вот это сделаем. Все. Про импульсную винтовку забываем на некоторое время. Ладно, жрем еще последнюю аптечку и валим уже. Последние дни. Я обнаружила челнок, о котором говорил Хэммонд. Черт. Его процессор не отвечает. Это плохо. Кто-то вынул навигационные карты. Их всего три. Они разбросаны по всей палубе. Я сброшу тебе координаты. Я не смогу отсюда открыть двери. Тебе нужен ключ техкоманды. Если найдешь все запчасти, мы сможем запустить его. Так, думаю, можно уже хорошо так пострелять с резака, потому что его уже достаточно много. Да, его достаточно много, а всего остального я неплохо так сейчас потратился. Ясненько. Но это, конечно, уже будет следующий... А, тут у нас сектанты, да, появляются уже? Или это здесь были беженцы? Ох, не дай бог, сейчас какая-нибудь сюда крылатая тварь залетит и кабздец мне.
Став единым, мы вознесемся. Юнитология, новая надежда или очередная афера? Кэрри Ван Откен. Надо провести последние 200 лет в глухой марсианской колонии, чтобы пропустить рождение и становление юнитологии, самого быстро развивающегося религиозного течения за всю историю человечества. Церковь юнитологии насчитывает миллионы последователей, среди которых множество влиятельных фигур мира политики и бизнеса. Ее активы составляют 78 миллиардов долларов в ценных бумагах транспланетных корпораций, а сама церковь владеет двумя крупнейшими финансовыми структурами Земли. Из малоизвестного культа юнитология превратилась в уважаемую официально признанную религию. Некоторые аспекты этого течения общеизвестны. 200 лет назад Майкл Айтман, профессор антропологии, во всеуслышание обвинил власти Земли в заговоре с целью сокрыть величайшую из находок человечества. Артефакт, или как его еще называют, обелиск, который был создан, вне всякого сомнения, инопланетной цивилизацией. Хотя власти тут же поспешили объявить Атмана сумасшедшим, его заявления породили сомнения в сердцах некоторых людей. Загадочная смерть Атмана только подогрела общественный интерес к фигуре и заявлениям профессора. Юнитологи искренне считают, что обелиск содержит некий код, который позволит нам перейти на новую ступень эволюции и достичь рая. Загвоздка в том, что сначала придется умереть. Они заявляют, что правительство спрятало обелиск и засекретило всю информацию об этой находке, в том числе и результаты научных исследований. Распространившись по всем человеческим мирам, юнитологи проведут догматы о мученической смерти Атмана и о том, что придет день, когда с небес спустится сам Господь и заберет нас в свои чертоги, дав жизнь после смерти. Все это звучит невинно, если бы не ряд некоторых очень сомнительных моментов. Все прихожане юнитологической церкви делятся на ранги. Об этом, конечно, не говорят в открытую, но критики считают, что существует как минимум три различных иерархических ранга, состоящих над обычными посвященным. Чем выше ранг юнитолога, тем больше секретов открывается перед ним церковь, которая, как нетрудно догадаться, получает взамен все финансы продвинутого прихожанина. Думаете, расстаться со своими сбережениями – это все, что можно потерять? Приготовьтесь! Церковь также требует от своих прихожан, чтобы они завещали культу собственные тела после смерти. Зачем? Что юнитологи будут делать с трупами? Увы, это неизвестно, и любые попытки проникнуть во внутренний круг лидеров культа заканчиваются провалом. Хотя даже не знаю, насколько нам понравился бы правильный ответ, учитывая основной догмат юнитологов – перерождение через трансформацию. Ходят упорные слухи, что церковь финансирует собственную судостроительную программу. Кто-то даже утверждает, что видел флот юнитологов, состоящий из огромных кораблей и мавзолеев. Возможно, это и не пустые домыслы, хотя никаких документальных подтверждений им обнаружить не удалось. Продолжение страницы 94. Ну или возьмите и почитайте две или три книги по Dead Space, выходило официально признанными в каноне и рассказывающим всю предысторию юнитологии всего этого зарождения, как все начиналось. То есть здесь в Dead Space мы уже как бы последствия черпаем, да? Да возьми ты эту штуку, пожалуйста. Не нервируй меня.
Я уничтожу этих юнитологов, если мне сейчас не отдадут мои, сука, кредиты. Я только что своими же руками, мать его, разнес гребаные кредиты. Вы понимаете, насколько все больно? Так, карта. Я не знаю, что у меня со зрением становится, но видеть мне все сложнее и сложнее. А игра все неудобнее и неудобнее. Вот что за наклон карты такой? Зачем? Очень завораживающе, вам не кажется, да, выглядит вся эта атмосфера о том, как сверхтехнологичное не государство, даже человечество стоит под полной угрозой из-за религии. Я прекрасно понимаю, что мы имеем полное право на веру, религию и все что угодно, и вроде как не принято критиковать или еще какие-то вещи говорить, но я всегда был не то что против религии, я прекрасно понимаю, ребят, понимаете, в чем вся соль? Я прекрасно понимаю историческую значимость религии в формировании человечества. Я все это прекрасно понимаю. Это было и необходимо. Очень долгое время нам все это было нужно. Но возникает вопрос. Что будет с нами дальше? По-настоящему. Теперь она ждет. Если мы останемся в ней. Рождение. А вы готовы, мистер Тампл? Конечно, готов. Не стоит бояться. Сыграйте свою роль. Узрите же раскаяние настоящего верующего. Они готовы. Возьмите их. Поглотите их. Вот. Опять же, я не веду своей речи к тому, что, да, типа, если ты вот религиозный человек, веришь во что-то, вот, что все это приведет вот к такому. Нет, это, конечно же, все утрировано и тому подобное. Религии в первую очередь направлены на соблюдение мира и порядка. Как бы то ни было. То, что они идут вразрез друг с другом, но это уже другой вопрос. Так вот. Религии в историческом плане нам были нужны, но вопрос у меня всегда был один, давно еще со школы. Как долго человек будет хотеть быть беспомощным и глупым для того, чтобы его жизнью
занимались те, кто выше. В этом-то весь вопрос. Не в том, что ты веришь или нет, а дело в том, что готов ли ты сам отвечать за свои поступки наконец-то или нет. Это никак не относится к данной игре, это просто мои мысли вслух. И все. О, летают, суки. Ползут, суки. О, полезный, мрази. Давай, взрывай, сука. Давай, взрыв. Чё? Взорвись, давай. Господи, да где сохранялся? Так, парень, я помню, что ты где-то здесь. Где ты? Бумбоксер наш. Колбаксер. Или ты с другой стороны зеркала? Или ты уже давным-давно себя взорвал? Окей, тогда у меня вопрос, а что здесь спереди у нас? И где, мать его, сохранение? Ай, я что, его прошел, что ли? Твою ж... Да попадишь ты в эту срань, пожалуйста. Зашел на светлый огонек твоей души. А это что за звук был сейчас такой приятный? Дружелюбный, я бы даже сказал. Окей.
Ладно, пошел я сохраняться. Не пойду дальше. Ты все-таки сверху была? А, у нас аптечки закончились, кстати, если вы не поняли. Ну ладно, все это я буду в следующей серии обмозговывать, так что пока-пока.